больше виблов, метких выстрелов и побед, заслуженных побед. Ура! Всем добрый день, меня зовут Роман, я приехал из Оренбурга на эти замечательные соревнования в комплекте с винтовкой под названием «Лось Тактика» производства концерна «Калашников». И сегодня стреляем три дистанции 800-900 тысяч ярдов. Стреляем F-класс, это стреляем лежа с оптическими прицелами по поднимающимся мишенькам. Дисциплина довольно интересная и, как по мне, она в принципе раскрывает всю суть снайперской стрельбы. То есть высокая повторяемость, снайпер, он же как делает? Один и тот же выстрел снова и снова и снова и снова. Вот, F-класс — это стрельба и на точность, и на кучность. Здесь важно, как уметь настраивать боеприпас, готовить свою винтовку, так и очень важно работать с ветром. Ветер — это основная проблема в F-классе. Собственно, пока результаты радуют, я бы не сказал, что плохие, радуют, учитывая, что мы выигрываем конкурс на самую короткую винтовку в этой дисциплине. Вообще дисциплина вот F-класс, она очень дружественная к новичкам. Тебе не надо море оборудования, не надо море железа, просто поставил на винтовку сошки, прицел и пришел стрелять. Лежа, без какой-либо беготни, без суеты, на одну и ту же дистанцию. Есть два пробных выстрела перед зачетными, ты, соответственно, можешь поправиться. Конечно, чтобы побеждать, чтобы занимать высокие места, нужна определенная подготовка, но так во всем, начиная от волейбола, заканчивая автоспортом. Рекомендую именно начинающим стрелкам. Бумага — хороший показатель именно качества стрелка. Но бумажку можно забрать с собой и следить за ростом своих результатов. Как бы классная дисциплина. Всем рекомендую. Стреляем 2 дня, 6 дистанций, и поэтому, как бы, отстреляв какие-то дистанции или какой-то день плохо, можно подтянуться там, исправить свои ошибки, ну и в итоге как-то получается более объективная оценка, поэтому формат очень хороший. F-класс — это технический вид спорта, очень технический вид спорта, от настройки твоего комплекса очень много здесь зависит. В комплекс — это винтовка, боеприпас, ну и, соответственно, сам стрелок, вот три момента. По кондициям поляна интересная очень, своеобразная. В принципе, я не скажу, что был очень сложный ветер. За вчерашний день несложный. Сегодня 800 ярдов тоже, в принципе, все понятно было. Вот на 900 сейчас была картинка такая вот. Ветер заходил, был с 11-12 часов и постоянно вот практически менял направление. То есть так называемый хвостик. И было сложно, и поэтому результаты предварительные вот по этой дистанции в F-Open, они такие уже, то есть потерь побольше у ребят, там, по 5, по 6 потерь, по 7. FTR – это дисциплина с ограничениями. Ограничен вес винтовки, ограничен калибр винтовки и ограничены применяемые упоры. То есть можно стрелять только с сошек, можно стрелять только патроном калибра 308 Винчестер или 223 Ремингтон. Ну и, соответственно, вес, по-моему, там не более 8 килограмм. А в Оупене там очень большой спектр калибров, ограничен 0,31 дюйма, по-моему. То есть можно использовать довольно мощные магнумы, можно использовать передние винчестерские упоры очень тяжелые. И сам вес винтовок там намного больше, там почти 12 килограмм ограничен. Что-то варгет плохо работает на этой винтовке. Но многим вообще непонятно, как он. Вообще эта пуля работает на этой винтовке. А так все хорошо. Начался легкий ветер. Уже более приятно. Все это будет стрелять, чем без ветра. Cry.
у нас так в России сложилось, что в опене всегда больше человек. Как мне кажется, чем привлекает опен? Открытая категория, она подразумевает какой-то определенный элемент творчества. То есть стрелок сам выбирает калибр, конкретную пулю, порошок. Категория открытая, то есть выбор практически огромный. В ФТРе картинка другая. Там все узко, одна и та же пуля у всех практически. Одни и те же навески, одни и те же скоростя. Он сложнее в плане обработки выстрела, в плане техники. ФТР посложнее. В опене тоже, конечно, есть моменты, и вкладка, и все остальное. Но, тем не менее, стрелять одновременно и ФТР, и опен, ну, с моей точки зрения, это вообще нереально, невозможно. Потому что везде присутствуют свои моменты, свои нюансы. В общем, все стандартно достаточно для ФТР, поскольку это именно та дисциплина, где никаких нету отступлений влево-вправо по одной простой причине, что ограниченный класс. Пуля 200-я, порох отечественный, сунар, капсуль тоже, гильза, лапуа. Внимание! В общем, что есть, тем и работаем. Вибл. Половина вибл. Вибл. Да, сколько у нас получается? Вибл получилось 5 пятерки. 3 пятерки. Остальные виблы. Закончили, Саша? Да. Всегда очень приятно приезжать в Белгород. Здесь очень интересная поляна, интересный ветер. При всей видимой простоте он создает очень много проблем. И практически у каждого стрелка есть непонятные и необъяснимые для него отрывы. Поэтому всегда интересно приезжать сюда и показывать какой-то результат здесь. Побеждают все равно самые сильные и самые подготовленные. То есть стреляют не калибры, стреляют не везение, стреляют не оружие, стреляют люди. Есть огромный выбор калибров здесь, и я не видел еще ни одного калибра, который был априори стопроцентно выигрышным. Человек с ним приехал и стопроцентно выиграл. Такого нет. Стреляет, побеждает разные калибры, и это хорошо. У всех есть шанс победить. Впервые меня заинтересовало это. Я поехал первый раз в Питер на соревнования. Потом Алексей сделал дисциплину для заводской винтовки. Были преимущества, были соревнования внутри заводских винтовок. Я тоже удачно выступил. В Питере я на первых соревнованиях взял второе место в заводском классе. И Алексей пригласил сюда. Я приехал, мне очень понравилось. На этой базе я собрал себе новую винтовку. Правда, она новая. В этот раз она у меня стреляла не совсем хорошо. Только вот на крайних дистанциях уже на второй день она начала стрелять, потому что очень маленький настрел. Но в целом мне очень все понравилось. Я и дальше буду участвовать в этой дисциплине. Спасибо Володе Гребеннику, он мне собрал. На мой взгляд, очень классную винтовку. Очень профессионально все было сделано. Немножко единственное, конечно, сжатые сроки, да, то есть хотелось бы побольше до этого потренироваться, поучаствовать. А так все классно, все отлично, погода. Сегодня ветер был очень сложный. У нас
очень много было дискуссий на этот предмет, какой же он там, рыбий хвост или сколько метров в секунду, но тем не менее все отстрелялись, вроде все довольны. Поэтому я очень был благодарен ребятам, которые меня привлекли к этому спорту. А винтовку собрали на базе группы БАТ 300 ВСМ, калибр 300 ВСМ. Смол Орсисовский, 9-й лист. Ложу сделал наш друг Владислав. Поэтому, ну, в общем, она такая собралась, очень хорошая. Мне она очень нравится. Я надеюсь, она все дальше и дальше будет лучше и лучше стрелять. Просто очень маленький настрел, и поэтому как бы все вот немножко нестабильно было первый день. Второй день все стабилизировалось. Первый раз я сюда приезжал в позапрошлом году с большой винтовкой в калибре 300 Винчестер Магнум, отбил себе плечо и понял, что это не мое, что пора переходить на что-нибудь полегче. Приехал я сюда с винтовкой под названием Лось Тактика. Это экспериментальная винтовка концерна Калашников. Это обычный 145-й Лось, на него установили толстый ствол целевой, и он у меня короткий, 16 дюймов. По меркам F-класса это очень короткий ствол. Винтовка это больше охотничья с прицелом на целевую стрельбу. Но в целом показывает довольно неплохие результаты. Работает. Стакан все равно не заработал. Григорий Бондарев, я представитель стрелкового клуба «Ранчо», город Самара, и я приехал сюда для того, чтобы обменяться опытом с Алексеем и с этим великолепным стрельбищем. Мы находимся в Белгороде, и картинка, как стрелка, как организатора, меня очень радует. Здесь невероятная природа, невероятный ландшафт, и самая главная идея, которую я пришел реализовать сюда, это больше стрельбищ в России, больше стрелков. И стрельбища, и организаторы должны обязательно общаться, обязательно ездить друг к другу в гости, делать обмен опытом, делиться идеями, реализовывать свои идеи какие-то. И по итогу это будет на пользу и стрелкам, и организаторам, и в общем дисциплине F-класс в целом. Я же руководитель стрелкового клуба. У меня частный стрелковый клуб, самый длинный на континенте Евразии. Частный клуб. И мы стреляем все дисциплины. Мы стреляем спортинг, мы стреляем практическую стрельбу, все дисциплины. Мы стреляем снайпинг, мы стреляем бенч-рест, мы стреляем практически все дисциплины на стрельбище. От рогатки, что называется, до 50 BNG. У нас можно стрелять на стрельбище 3223 метра, это 2 мили. И мне интересно любая стрельба, мне интересно предоставлять возможность стрелкам реализовывать все свои эксперименты с оружием, чтобы они пробовали на стрельбище и получали результат, потому что стрельба – это высокотехнологичный вид спорта, и F-класс тому яркий пример – это своего рода Формула-1 в стрельбе, потому что сверхтехнологии, да, применяются для того, чтобы делать сверхточный выстрел на дистанцию до 1000 ярдов. Это 914 метров. Когда твоя мишень всего 12 сантиметров диаметром на такой дистанции, ну, это очень круто. Поэтому F-класс, да, заслуженно является такой, ну, высокой дисциплиной. В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам данных соревнований, потому что организовано все было на высочайшем уровне. Если честно, меня даже крайне заинтересовал подъемный механизм наших мишеней, по которым мы сегодня работали, потому что вижу, я встречаюсь с таким впервые на своей практике. Не то чтобы она у меня была очень большая, но все же это достаточно интересно. Вчерашний день был довольно безветренный, хотя и погода была достаточно суровой. Сегодня же, несмотря на солнце, был достаточно интересный ветер, и с ним было достаточно интересно работать. Что могу сказать? Мы выступали здесь, я выступала здесь с напарницей, мы выступали с пруфом, с калибром 6 мм. И он показал себя очень достойно,
оба дня на обеих дистанциях, и я могу даже сказать, что в некоторых моментах лучше, чем мы ожидали. Я стреляю с 12 лет. Сначала стрелял с воздушки, потом служил в армии, в спецназе ГРУ, был снайпером. Вот. И стрельба всегда была со мной, всегда, всю жизнь. И когда появилась возможность, естественно, мы реализовали мечту свою, построили собственный полигон. И на самом деле, ну, это, во-первых, дорогого стоит иметь свой собственный полигон. Во-вторых, нас от всех объединяет стрельба и желание попасть в мишень. Знаете, в чем разница между спортингом и высокоточной стрельбой? Стрелок спортинга стреляет в то место, где мишени еще нет. А стрелок-снайпер иногда стреляет в мишень, но мишень вместе с землей проворачивается, знаете, вот такая штуковина. Привела любовь к оружию. Мне всегда нравилось огнестрельное оружие. Раньше я занималась, так сказать, в школьном тире, потом в институтском тире. И некоторое время назад встретила своего замечательного товарища-тренера, благодаря нашим общим очень хорошим знакомым. И после этого пошла уже с ним по этому пути. На самом деле про тонкости можно говорить довольно много, но каждому свое, потому что каждый стрелок сам вырабатывает стратегию, сам вырабатывает свою линию поведения, манеру стрельбы. Она отличается. Более того, если мы пытаемся перенимать опыт или нас пытаются научить какие-то другие стрелки, помимо нашего тренера, то тоже случается так, у нас случается недопонимание, поскольку каждый понимает все по-своему, каждый воспринимает все по-своему и интерпретирует и воплощает в жизнь именно то, что ему более комфортно и то, что ему больше нравится. В принципе, в стрельбе нельзя сказать, что есть один какой-то правильный стиль, что у нас есть что-то, что вот вы можете придерживаться определенных правил, и тогда вы будете лучшим, тогда вы будете топом. Нет, каждый стрелок должен, помимо того, что, естественно, придерживаться определенных правил, он должен также вырабатывать какие-то свои, то есть понимание собственной физиологии, понимание, как работает его винтовка. Но я могу сказать, что эта поляна достаточно интересная, потому что для меня она новая. Если первый день она не так меня сильно заинтересовала, потому что первый день практически не было ветра, то сегодня, особенно две последние стрельбы на 1000, они меня прям очень впечатлили, потому что приходилось думать, приходилось работать. Приходите в стрельбу, стреляйте в класс. Это классная высокоточная дисциплина, где, казалось бы, нет драйва, но на самом деле драйв весь находится в периоде подготовки к этой стрельбе и в то время, пока летит пуля. Вот это весь драйв. Приезжайте к нам, стреляйте. У меня всегда одно. Если это ваша мечта, идите к своей мечте, и все у вас будет. Главное не сдаваться, верить в себя и двигаться в правильно выбранном направлении. А способы и методы достижения своих целей, если они корректно поставлены, найдутся всегда. Сайтера 15 зачетных, винтовка Бернард, ствол Крюгер, твист 11-25, пуля 200.20X, которая не должна лететь с этого ствола, но она вроде как прилетает. Прицел Шмидт-Бендер 12 на 50, и нравится, и не нравится, есть свои плюсы и минусы в нем. Ветер слабый, но хитрый. То слева немножко, то справа немножко. Постреляем, посмотрим. Все должно быть в исправном состоянии, по мне. Патрон – это такая вещь индивидуальная. Каждый делает вот так, как считает нужным, наверное.
каждого свои какие-то тонкости, подходы к ним. Все остальное, ну как бы у всех винтовки все хорошие. Там. Сказать, что что-то чем-то должно выделяться, навряд ли. Ну опора, для меня вот эта опора классная. Кто-то просто с коврика стреляет, кто-то с чего-то. Мы себе построили вот такую опору, она нам нравится. Не берем. Берем. Будем стрелять. Не берем-то это. Виблиш! Красавчик! Значит, винтовка состоит из затворной группы Orsys, ствол, перестволена она в фирме МОК, еще тогда такая существовала. Для FTR, в принципе, все стандартно, 10-й твист, 30-й ствол, ложа на винтовке одного секретного производителя. Если он захочет сам себе обозначить. Прицел Vortex Golden Eagle. Сошки SEP. В общем, все стандартно достаточно для FTR, поскольку это именно та дисциплина, где никаких нету отступлений влево-вправо по одной простой причине, что ограниченный класс. Пуля 200-я. Порох отечественный. Сунар капсуль тоже. Гильза Лапуа. Что есть, с тем и работаем.
Сегодня ветер нас очень радовал, такой сложный-несложный, но очень капризный, как бы встречный, с 11 на час, с часу на 11, как бы, ну, были трудности кое-какие. Не только у меня, у многих были трудности, да. Ну, винтовка мне досталась от моего хорошего товарища, она у него несколько, пару-тройку лет лежала бесхозно, когда я пришел в F-класс. Пострелял со своей пару раз и решил, что надо что-то покупать. А ее я у него увидел, попросил отдать, он мне ее отдал. Винтовка кастомная. Более подробно о ней как бы не могу рассказать, там где делали, чего там, где-то какие-то канадцы или новозеландцы какие-то делали, да. Что не так? Не знаю, вверх пошел просто. Ну, по ветру хорошо. Да. Солнышко, наверное, сыграло роль. Раньше была ложа Макмиллановская. Отличная ложа, отлично на ней работает винтовка. Ну, единственное, что мне немножко по принципу стрельбы она не подходит, поэтому решил как бы заказать себе немножко другого формата ложу. По прикладу, скажем так, да, но она, в принципе, практически повторяет весь Макмиллан по форме. Изначально она была просто в дереве покрашена, потом решили ее немножко перекрасить, как бы аэрографию нанести. Выбор аэрографии, ну, не знаю, ну, как бы, Феникс, он мне сам по себе просто, как бы, ну, как бы, если в историю этой птички там войти, да, там очень много всяких вещей, я не буду рассказывать, кому интересно, могут сами там зайти и почитать, да. Ну, и цвет такой вот хотелось. То, что было нарисовано с другой стороны, честно скажу, не знал, что нарисовать. Так, от балды нарисовал, да. Когда уже нарисовал, уже была мысль, что туда нанести. Может быть, когда-нибудь перекрашу, да. Скажем, эта сторона от винтовки, как бы, она мне самому очень нравится, да. Сейчас будет крайний. Вот сейчас будет крайний? Да. Почему? Потому что. Да? Ну, смотрите, 308 калибр, как бы, я изначально, когда, ну, первое мое оружие нарезное, когда я решил приобрести, да, я купил там АШ-ку американскую в 308 калибре. Я с нее года, наверное, 3 стрелял, всякие снайпинги ездил. Я очень как бы привык к этому калибру, да. Ну, так как возраст у меня идет, года летят, ну, как бы уже пришло время уйти как бы в более спокойный вид. И, как говорится, выбрать FTR или Open у меня вообще как бы даже не возникло вопросов. 308 калибр я просто люблю. Да, там, может, какие-то сложности, трудности с ним. Тяжелее, там, может быть, с ветром работать, потому что и БК не такое, скажем, как там на 300 ВСМ, там еще скоростя поменьше, но тут уже, как говорится, учись работать с ветром дальше. Ну, а сам патрон, мне просто, он мне нравится, да и все. Не, ну, конечно, сравнивать мое БК там и с 230-м Бергером, ну, это там серьезный отступ. Как, скажем, изначально я стрелял 185-м джиггернаутом, да, твист 11-25, у нас строилась винтовка под эту пулю. Сейчас я как бы попробовал 200.20X пулю Бергера. Ну, как бы многие говорили, что не совсем хорошо будет лететь, могут утюги быть. Ну, пока, скажем так, она с этой винтовки летит. Вроде пока летит на определенных как бы параметрах. Довольно-таки хорошо. Единственное, что, может быть, ей не хватает у меня достабилизации, поэтому мне с ветром как бы пока с ней сложно работать, но стараюсь, пытаюсь. Я знаю, что в безветренную погоду 200.20 у меня летит просто шикарно. Ну, когда дует ветер, стабилизации не хватает БК, ну, чтобы пуля выработалась, как бы, скажем, свой БК полностью, да, и немножко как-то вот бывают какие-то отрывы непонятные и прочее. Так,
добрый день. Хотел рассказать, ребята мне подсказали, типа, с чего начинается для каждого из нас этот класс. Для меня начался в 2018 году. Мы приехали в Волгоград с Протасом. Я приехал, притащил туда 308-ю винтовку, сделал ее в Урсисе. Как сказали, там квиз, там длина ствола, там патроны заряжать. И тут мне повезло, я лег в паре, мы стреляли с этим Алексеем Бельневым. Ну, и он говорит, слушай, ты, говорит, не смотри на флаг, смотри за миражом. И вот мы вместе с ним смотрели в мираж. Представляете себе, я выбил 73 очка, всего лишь две потери, там сколько там бил, короче, первое место занял. Я офигел, ну как можно с этой вот винтовки, которую вообще впервые увидел. Всех наказал, там были такие профессора, там Абит Амарович Амаров, там Марат Убайдатов, там Пучок, Пучков, Костя, все. И я такой раз в золоте, ёкарный бомбай, думаю, ну все, мне подперло. Ну, сегодня, на самом деле, когда вот в Питере были соревнования, там 73 очка, это вообще ни о чем. Там они 75 и 11 вибов. Представляете себе? 11 вибов и без одной потери. Вот это, я думаю, да. То есть далеко шагнул подготовка винтовки, к ней очень нужно ответственно относиться. Потому что если у тебя винтовка на 100 метров пулю к пулю не стреляет, ну, тогда ты зря просто сюда приехал. Вот мое личное наблюдение. Сегодня, как это в F-класс, если ты свой боеприпас, винтовку подготовил, у тебя система, это даже не винтовка называется, это система боевая, и она у тебя четко работает настроена, тогда у тебя есть шанс. Если ты, конечно, умеешь еще читать это. Если нет, ну, тоже до свидания. Как бы так. Пятерка. Четыре. Нормально, нормально. По центру. Вид стрельбы, скажем так, да, он очень познавательный, очень интересный в плане того, что здесь много нужно произвести работы как с патроном, как с компонентами, так и с самой винтовкой. Это чтобы, скажем, она хорошо работала, да, вот этот комплекс работал изумительно. Ну и в дальнейшем уже остается учиться с ветром, бороться с ветром, как читать его, понимать, ветер, мираж. Просто так люди в этот спорт не придут, в этот спорт придут, скорее всего, люди, которые достигнут, опять же, определенного возраста и которые сейчас в снайпинге. Много знаю ребят, которые собираются прийти через год, через два, может, через три. Ну, пока их, они боятся, что придут сюда, туда не пойдут, поэтому им хочется там пока поучаствовать. Но они поучаствуют, но рано или поздно они все равно все придут сюда, когда уже устанут бегать, прыгать, таскать на себе мешки. Следующий путь – это F-класс, как говорится. Но, наверное, потом уже БР, когда уже лежать, петь, а посидеть только за столом, как-то так, наверное. Ждем, приходите, будем всем рады. Чем сильнее соперник, тем очень интереснее, как бы, участвовать в соревнованиях, когда ты уже на второй день и расходишься уже там практически или по одному баллу, или вообще по виду, это вообще шикарно. Приятно стрелять сильно в себе. У меня и винтовка сломалась, и прицел сломался. И я все быстро, срочно перед соревнованием переложил в другую ложу, сделал бединг. Там прицел не работает, я другой. Не притер его нифига. Ну все, приехал, собрал, как было, как в прошлом году. Там я едва-едва умудрился там бронзу заработать в прошлом году. Ну вот с этим зарядом приехал и нифига не работает, потому что уже ствол подгоревший, и с колом поработать, имеется в виду кол-то, ну, как бы выдвижение пули до нарезов, там, от них отступить правильную,
ну, как это называть, тысячные какие-то. Вот. И я ничего этого не сделал. Думаю, а вдруг повезет 18-м, а не прокатило. Тут такие умники, что их просто так на лихом коне не объедешь. Я к тому хотел сказать, парни, что если ты хочешь в этом виде спорта что-то делать, то очень все серьезно. Все имеет значение. Все имеет значение. И подготовка патрона, и подготовка твоего ствола, и, ну, собственно, знания, умения, нажимания на курок. И ветер. Это очень... Потому что ветер обнулит всех. Если не умеешь, ты что-то не знаешь с ветром, то бесполезно. Переходить надо в другую секцию. Вот я, например, решил перейти в шахматистов. А там ветер не нужен. Шучу. Всем метких выстрелов, всем успехов. Потому что наши коллеги, ну, обстановка такая, что все приезжают, все, как говорится, ну, такая добрая обстановка, все, все друг другу, на самом деле, советуют и желают только добра. Вот мы сегодня с Куценом стреляли, понятно, что Куцен — это у нас мега-чемпион, и вот мы смоляем, он говорит: ты куда сейчас будешь поправку делать? Я говорю: буду в двойку целиться вправо. Правильно. Ну все. То есть у меня прилетает под винтом. Ну, вниз. Почему вниз? Потому что я винтовка не настроена. Ветер угадал. Ну вот вниз, да. Ну потому что приехал с системой, которая в пульку не стреляет на 100 метров. Стреляет у меня на 100 метров, и когда начали прожигаться. И вот так вот думаю: ого, вот это у меня мега кучность. С этой кучностью я тут всех победю. Так что с кондачка не получается, парни. Вот в итоге всем удачи, всем метких выстрелов. Благодарю вас за то, что вы приехали. Завершились наши соревнования в этом году по новому формату. Ну что, начнем награждение. Ну, начнем мы не с ФТР, а с Опена, так как в Опене заводская винтовка у нас была единственная в этот раз. Ура! Спасибо. Это чтобы спасибо. Ваши результаты росли. Спасибо. А ты хотел уезжать, а? Нет, я благодарю, да. На самом деле опыт хороший. Спасибо, что пригласили. Первое место куча даже. Чего, благодарю? Соревновательном таком темпе живу только первый год. Белгород — замечательная поляна, чувство великолепное, ощущения супер, люди приветливые, обстановка по кайфу, как говорится, да? Вот, впервые завоевал в абсолюте третье место, 1002. Для меня это очень важно, понимание есть, почему все это происходит, для чего стараешься, живешь этим. Спасибо большое за гостеприимство. Порадовала поляна всех. Ну и, соответственно, волгоградская наша ячейка. Дай бог, не зря мы трудимся. Прославляем ее на областном уровне. Настоящий!
ну что, самое главное, хочется сказать большое спасибо организаторам, потому что, конечно, мероприятие организовано на высочайшем уровне. Алексей – настоящий фанат в классе и вообще стрелкового спорта. Всегда приятно приезжать в Белгород, потому что все организовано, ну, просто великолепно. Получили настоящее удовольствие от этих соревнований. Ну и уровень, конечно, растет год от года. Все сложнее и сложнее конкурировать. Конечно, я первый раз поднимаюсь на первое место в абсолютном зачете. Это очень приятно, неожиданно, волнительно. На самом деле результат — это, конечно, командная винтовка. И результат — это настройка этой винтовки всей волгоградской ячейки. Как обычно, результат командный. Я смог ничего не испортить. Очень приятно. Благодарность, что часть питерской команды, часть челябинской команды не приехали, позволили завоевать первое место, почувствовать вкус победы. Теперь им будет тяжелее соревноваться, потому что я в себе поверил. Эмоциональная обстановка, погода, которая шепчет, красота Белгорода. Конечно, это все составляющие, знакомые, друзья, интересные беседы. Все те составляющие, которые тянут и тянут приезжать еще и еще, значит, заниматься этим делом дальше, стрелять на соревнованиях в Белгороде, потому что это приятно, это радостно, это то, что будешь вспоминать, рассказывать детям, друзьям.